Итак, всем еще раз добрый день. Пожалуйста, напишите в комментарии, слышно ли нас, слышно ли проблемы были со звуком. Финальный день розыгрыша. Хотим сохранить интригу до самого конца, поэтому, видите, у нас и вселенная, и мы в том числе делаем все, чтобы не переходить к розыгрышу 3 подарков, а еще немножечко поддержать интригу финального дня розыгрыша. Итак, я так понимаю, что звук у нас нормализовался, все хорошо, мы можем продолжать. Итак, давайте мы еще раз расскажем в двух словах, что у нас здесь происходит, если вдруг мы просто не понимаем, с какого момента вы перестали нас слушать. Мы, начиная с 13 по 17 марта, разыгрывали призы каждый день, и сегодняшний день, 17 марта, не исключение. Все, что вам нужно было сделать, это выполнить четыре, да, у нас прописано было условие, но три обязательно, четвертое нет. Нужно было купить любой парфюм Enjoy Kia в период с 12 по 16 марта, после этого зайти на сайт enjoykiagreenway.com и зарегистрировать номер своего оплаченного заказа для участия в розыгрыше, и каждый день с 13 по 17 марта смотреть прямые эфиры в официальном телеграм-канале Greenway Global и участвовать в розыгрыше 15 классных призов. За этот период мы разыграли 5 фитнес-браслетов, 5 ручных отпаривателей и 5 электрических массажеров для лица. Чем больше заказов, я думаю, вы это понимаете, чем больше заказов у вас, тем выше возможность вашего выигрыша. Сразу хочется остановиться на одном моменте. Смотрите, кто-то регистрирует один и тот же заказ несколько раз. И вот при случае повторной регистрации одного и того же заказа, все повторы будут аннулированы. У нас вот даже есть таблица, да, через которую мы будем разыгрывать, и некоторые заказы помечены красным маркером. И если рандомайзер у нас выберет число, и мы попадем на потенциального победителя, который помечен красным маркером, модераторы будут проверять, какой это номер заказа, первый или второй, третий, последующий. Поэтому, если это первый заказ зарегистрирован, все классно, круто, человек у нас стал победителем. Если это второй, третий, четвертый заказ, то есть один и тот же, то будет говорить это о том, что мы будем переигрывать тогда приз среди тех, кто выполнил условия верно. Вот, заказы у нас все участвуют во всех розыгрышах, начиная со следующего дня после регистрации. То есть вчера у нас, да, была последняя возможность выполнить условия и сегодня встать в таблицу нашего финального розыгрыша. Сегодня, как я уже сказал, мы разыгрываем три приза среди номеров, оставленных до 17 марта. Свои номера вы можете найти в таблице розыгрыша. Все, что вам нужно сделать, это перейти на сайт акции «Фестиваль ароматов», найти таблицу, найти себя в таблице и понять: о, я здесь, все круто, я молодец, поэтому я не остался сидеть вот в таком положении и надеяться, что рандомайзер выберет именно меня. Вот, в принципе, все условия мы вам рассказали, поэтому мы создаем нашу традиционную барабанную дробь, где бы мы ни находились, и переходим к розыгрышу первого приза, а именно фитнес-браслет Xiaomi. И первый потенциальный победитель у нас находится под цифрой 4288. Сейчас мы его найдем. 4288. 4288. 4288. 4288. 4288. 4288. Итак, 4288. Проверяем еще раз. Все верно, все верно. Итак, номер заказа 200019529. Еще раз. 200019529. Номер ID 4220714. Надежда. Надежда, если вы сейчас с нами смотрите прямой эфир, находитесь здесь, пожалуйста, напишите в комментарии, что вы здесь, чтобы мы могли вас в моменте обрадовать, если вы выполнили все условия, и тогда нету никаких причин не отдавать вам ваш заслуженный приз. Вот, как сейчас у нас, что происходит в данную секунду? Смотрите, сейчас модераторы проверяют, выполнила ли Надежда все условия, о которых я говорил. То есть, если она купила любой парфюм на свое усмотрение Enjoy Kia в период с 12 по 16 марта, зашла на сайт enjoykiagreenway.com и зарегистрировала номер своего оплаченного заказа для участия в розыгрыше, это уже три основных условия, которые ей нужно было выполнить. Ну, а если Надежда сейчас находится с нами, и каждый день с 13 по 17 марта она смотрела прямые эфиры в официальном телеграм-канале Greenway Global, то она точно тогда должна у нас победить. Но это решаю не я, к сожалению, это решают модераторы. То есть, ну, опять-таки, если все эти условия выполнены, то переживания, думаю, быть не должны. Есть два жеста, которые мне показывают за кадром. Если мне покажут вот так, это говорит о том, что Надежда выполнила все условия и стала победителем нашего розыгрыша. Если мне показывают вот так,
или вот так, это говорит о том, что одно из условий, да, нашего розыгрыша было выполнено некорректно, неправильно. Но чаще всего, если что-то происходит не так, происходит тот момент, что участник регистрирует один и тот же заказ несколько раз. То есть у него есть номер заказа, и человек его несколько раз регистрирует. Поэтому в таком случае чаще всего мы переигрываем. Но если все выполнено верно, то я думаю, что волнений и переживаний быть не должно. Итак, для всех, кто только подключился, возможно, да, вы подключились с самого начала, начиная с, напомню, что каждый день мы выходили с 13 по 17 марта в 9 часов утра по московскому времени, кто-то сегодня вышел в эфир, смотрит и понимает, что нету звука, что происходит здесь, почему кто-то получает подарки, а я даже об этом не в курсе. Почему я не участвую, что надо сделать, чтобы уже в следующем розыгрыше, который будет в Greenway проходить, а их много, мы еще не расскажем, что подписывайтесь, пожалуйста, на официальный телеграм-канал Greenway Global, следите за актуальными новостями, конкурсами, розыгрышами, чтобы быть в числе первых. Потому что некоторые еще думают, смотрите, какой момент у нас происходит, что так, не успеваю рассказывать, расскажу тогда, пока будут проверять второго участника. Надежда, мы вас поздравляем, мне показали вот так, это говорит о том, что вы выполнили все условия и стали победителем, первым победителем нашего финального дня розыгрыша, и вы получаете фитнес-браслет Xiaomi. После эфира с вами свяжутся, расскажут, как можно забрать ваш приз. Мы вас поздравляем и переходим к розыгрышу второго приза, а именно ручной удобный отпариватель. И номер 4339. 43-39. Итак, номер заказа 52324. Еще раз. 52324. Номер ID 19983264. Кристина. Кристина, если вы сейчас находитесь тоже с нами в эфире, пожалуйста, напишите нам, что вы здесь, чтобы мы также могли вас обрадовать в моменте, если вы выполнили все условия. Но опять-таки я говорю о том, что у нас условия, они не такие сложные, то есть если вы попали в эту таблицу, то, скорее всего, вы условия выполнили, да, но, тем не менее, модератор у нас проверяет, чтобы все было честно, чтобы все было справедливо по отношению к другим участникам, поэтому нам надо чуть-чуть подождать. А я еще вот хочу какой момент рассказать, а на чем я остановился в прошлый раз, что некоторые участники думают, что у нас происходит. У нас проходит розыгрыш, да, допустим, вчера прошел розыгрыш, у нас было, если я не ошибаюсь, чуть больше 5000 участников, то есть сегодня у нас 6433, вот, кто-то думает, что мы берем, закончился розыгрыш, мы берем всех участников, больше 5000, их с этой таблицы удаляем. У нас в течение вчерашнего дня выполняли новые участники условия, попадали в таблицу, и сегодня мы разыгрываем призы только среди них, а те, кто выполнил условия 12-го, 13, 14, 15 и 16 марта, да, мы условно их удалили. Вот хочется развеять этот миф, это не так, мы так не делаем. У нас каждый день добавлялись новые участники. То есть кто следит за эфирами каждый день, они помнят, что у нас в первый день было что-то около 1000 участников, потом было 2000 участников, потом 4000 участников. Вот вчера было там 5 с чем-то, сегодня еще раз 6433. Поэтому не переживайте, у нас есть участники, кто выполнил условия еще 12 марта. Марта, то есть с самого первого дня розыгрыша мы про вас не забыли, вы находитесь у нас в таблице, поэтому вы каждый розыгрыш имеете возможность выиграть приз, все зависит от рандомайзера и вашей удачи. Вот, напомню, что с таблицей вы можете ознакомиться на сайте розыгрыша, просто переходите на сайт enjoykiagreenway.com, находите себя в таблице и понимаете, что вот, допустим, у нас есть потенциальный, да, победитель, еще модераторы проверяют, вот по имени Кристина, и вот Кристина выполнила это все, она зашла на сайт, нашла себя в таблице, посмотрела, вот мой ID, вот номер заказа, значит, я в таблице, все, значит, все классно, я все сделала правильно, осталось только дождаться, когда будет какой-то розыгрыш, да, какой-то из дней, и меня выберет рандомайзер, и модераторы проверят и покажут вот так. В данном случае с Кристиной у нас так и получилось. Кристина, мне показали вот так, все, мы вас поздравляем, вы у нас второй победитель, а вы получаете ручной отпариватель, вот он самый такой громоздкий из всех призов у нас приз. Поэтому мы вас поздравляем, после эфира с вами свяжутся, расскажут, как можно будет его получить, и переходим к розыгрышу нашего финального подарка, и номер, который выберет рандомайзер, это 1458. Сейчас мы найдем этот номер у себя в таблице.
1458. Все верно. Итак, номер заказа 7-1-4-0-2-6-5-0-5. Еще раз. 7-1-4-0-2-6-5-0-5. Номер ID 3-9-1-9-4-6-6. Арина. Арина, тоже, если вы с нами сейчас в прямом эфире, пожалуйста, напишите нам, что я здесь, я Арина, я здесь, я волновалась, я все вот 5 дней выходила, находила время, отпрашивалась, просто уединялась где-то, чтобы меня не отвлекали. И вот сейчас, если модераторы покажут мне вот так, Арина, я не буду затягивать, мы вас сразу поздравим с этим моментом, и вы у нас получите тогда электрический массажер для лица и звание третьего победителя 5-го дня розыгрыша, который называется у нас фестиваль ароматов Enjoy Kia, который проходил у нас 13-18 марта, где каждый день мы разыгрывали классные, нужные призы и предлагали вам обновлять свой парфюмерный гардероб перед новым сезоном с ароматом Enjoy Kia, запах которого вы могли выбрать на свое усмотрение. После этого регистрировали оплаченный заказ на специальном сайте, про который я сегодня уже сказал несколько раз, и участвовали в ежедневном розыгрыше 3 призов. Вот, все максимально просто, то есть вы купили любой парфюм Enjoy Kia в период с 12 по 16 марта, после этого зашли на сайт enjoykiagreenway.com, зарегистрировали номер своего оплаченного заказа, и все, это основные условия. Четвертое, смотреть прямые эфиры вместе с нами. Итак, Арина, мы вас поздравляем. Вы у нас стали 3-м победителем. Электрический массажер для лица отправляется к вам. Также со всеми победителями после эфира свяжутся, расскажут, как можно получить ваши заслуженные призы. Мы предлагаем вам подписаться не только на официальный телеграм-канал Greenway Global, но и подписаться на новые уведомления, потому что розыгрыш впереди будет очень много, чтобы не пропустить все акции, все актуальные новости, все моменты, где можно получить какие-то подарки за те продукты, которые вы приобретаете, допустим, без подарков, а тут можно еще и подарки за это получить. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте уведомления, будем рады видеть на наших следующих розыгрышах. Всех победителей поздравляем, всех, кто не выиграл, не расстраивайтесь, как я и сказал, не пропустите наши следующие розыгрыши, и тогда точно станете победителями одного из дней 100%. Все, на этом мы с вами прощаемся, всем хорошего дня, до новых встреч, до свидания.